Всем привет, дорогие мои зрители, подписчики моего канала. С вами снова я, Розелла, и сегодня я продолжаю играть в эту великолепную игру Sims 3. 100 детей, я уже забыла. Ладно, ребятки, давайте-ка продолжим. В общем-то, в прошлой серии, вроде бы, я точно не помню, что было. Но, ребятки, я допустила очень большую ошибку, во-первых. Первая ошибка в том, что... Все дети, в общем-то, я играла не по правилам, потому что вот все дети, вот эти, не должны быть от одного и того же человека. То есть они. Ну, в общем, я только два раза у нас все было. Два раза только родила, в общем-то, и как бы сказать, что это неправильно. То есть здесь два нужно убрать детей, то есть одних детей нужно убрать. Я не хотела бы убирать их всех, но давайте-ка мы оставим только одну. Это Элли, и Элис, и Мию мне придется удалить. Потому что, ребятки, это уже будет не по правилам играть, потому что это от одного и того же парня нельзя беременеть. Забеременеть нельзя. Ну, надеюсь, вы меня понимаете. Я не знаю даже, что делать, может быть, и оставим... Я не знаю. Просто вы пишите в комментариях, оставить ли или не оставить. Это вы решаете, ребятки. Но я не буду говорить, то есть я не буду снова там завести ребенка от Пойда, потому что так не стоит. И поэтому я лучше найду еще много-много других парней. Мне придется найти. И придется найти их. Искать снова и так далее. Ну вот. Ну, теперь нам придется теперь еще сложнее, да? Ну да, что же еще там делать-то? Ну а удалить ли детей или оставить, решайте вы. Просто напишите в комментариях, оставить или удалить. Просто решайте вы. И, ребятки, еще. Если вы... у меня просто будет куча детей, верно, в этой семье. У Шеридан будет много-много детей. И... Имена я уже не буду, как бы сказать, у меня закончатся идеи для имен. И поэтому, ребятки, лучше пишите в комментариях еще. Пишите в комментариях имена, которые вы хотите, чтобы было использовано в этом летсплее. Поэтому пишите, и я буду использовать эти имена, те, которые мне понравились. И я их, в общем-то, буду использовать в этой игре. Ну ладно, а теперь начнем эту игру. Все. Так, Элис, ты не хочешь спать у нас, а? Нет, ты не хочешь. А вот Шеридан у нас хочет. Ну все, давай, вставай, я не думаю, что тебе стоит много спать. Иди. И тебе нужно поесть. И идемте мы искать. Я не знаю, я не хочу сейчас находить няньку. Кстати, у нас у Шеридана твой день рождения. Да, мы не будем покупать торт или что-то в этом роде, у нас нет много денег. И, кстати, спасибо, что вы даете мне советы в комментариях, то есть советуете со мной, там, говорите всякие полезные вещи. Спасибо вам большое, я буду использовать все это. Вы мне сказали, что нужно вот сюда вот идти, и здесь у нас будет много-много цветков, в общем-то, которые можно продать за многие-многие деньги. Ну, конечно же... Можно, но сейчас, знаете ли, это что такое? Ладно. Сейчас у нас зима, поэтому на данный момент, я знаю, на данный момент здесь у нас, как бы сказать, цветков нет. Поэтому нам придется подождать еще 6 дней до весны, да. А как теперь нам получать деньги? Ну, конечно же, мы будем рисовать и... продавать разные вещи, ну, и так далее. Кстати, нам нужно было бы купить компьютер, чтобы нам уже писать уже книги. Это будет вообще здорово. Но чтобы купить компьютер, нам придется... Нам нужны еще и деньги. Да уж. Слишком много вещей нам нужно. Давай-ка ешь. И, кстати, ребятки, на мое удивление, эти баги исчезли. Вы помните, какие-то черные там что-то выходило здесь? О, у нас сегодня праздник. Ясно? Так, выходили какие-то черные пятна, непонятные, в общем-то. Но они уже исчезли. Кажется, сейчас у меня все нормально стало.
ни багов, ничего, и все отлично. Ну что ж, Ширин, давай-ка мы пойдем искать на новом парне. Или. Что же ты будешь делать там? Так, у нас ты спишь. Элис еще не хочет спать. Так, с вами все нормально, и поэтому я могу сходить, в общем-то, да? Ах, когда же вы у нас подрастете, а? О! Элли у нас сегодня. У Элли у нас сегодня день рождения, оказывается. Это замечательно. И у Шерин день рождения. И у Элли. Отлично. Что такое? Тебе так хочется обнять своего ребенка? Как мне их хватать, если придется на них удалить? Эх. Не хочу я их удалять, знаете ли, если честно. Блин. Такие славные ребята. Пугать как тисто. Зачем? Она же спит. Ну что ж ты ее разбудила, а? Не надо. Тебе что-нибудь делать? Идем мы искать тебе парня, а? Например, идем вот сюда и искать нам парня идем. Ну что ж, кто же наша жертва на этот раз? Ищем, ищем, ищем. Любого. Кто же это тут может быть? Кстати, ребятки, мне по правилам мне совсем не нужно было делать такое. Я вообще себе сделала полный, как бы сказать, полный хардкор игры, наверное. Да, очень сложную игру я себе сделала, потому что она теперь злая, она лежит бока. Конечно, она и не знаю, что еще, но это все, это вообще то, что нам не нужно. О, смотрите-ка. Подходит ли он тебе? Я не знаю. Посмотрим еще. Это кто? Гном? Можно пнуть этого гнома. О-о-о-о-о-о. Стоп. Стопай, пожалуйста. Ты кто и куда ты бежишь, а, Марти? Ладно, иди домой. Чего-то вы все бежите от меня, вы хотите? Вообще. Ну ладно, иди домой. Это девушка. В общем, ладно, кажется, кстати, вы еще мне подсказали в комментариях, что богатых парней нужно забеременеть тоже. А то есть не от богатых, то есть можно забеременеть от женатых. В общем-то. И не знаю, зачем, но давайте это мы сделаем в Вайнрайт. Где тут у нас такие дома есть такие? Как бы сказать, так здесь никто не живет. Нужно найти. О, может здесь кто-то живет? Да. Но их нету. Нет, никого здесь нет. Окей. А здесь? Какой красивый дом. Классно, да? Так. Я не знаю даже, как найти. Мне вообще без разницы, от кого можно забеременеть. Главное, нам нужно уже 100 детей делать. Я не знаю даже как. Вообще в Sims 3 нужно искать ее так сильно, а вот в Sims 4 все так легко, знаете ли. Просто ждешь у себя дома и прям под твоим домом уже проходит несколько мужчин. Ну да. А здесь вот все приходится искать. Кажется, здесь вообще мужик не живет. Блин, что делать, а? Где найти? Они все работают, что ли, а? Вообще. Это ты кто? Это девушка? Нет, это парень. Ладно. Вот. Давайте-ка. Мне кажется, что он староват как-то. Я не знаю даже. Это твоя жена, что ли? Или как? Ну ладно, давай мы с тобой. Я не знаю, может сразу начнем это делать. Нет, нет, не стоит. Я слишком тороплюсь болтать. А, Тори, это кто? Это ты? Нет, это Юми. Окей. Болтаем. Извиняться не буду. Зачем тебе извиняться-то, а? Обсуждать бизнес-шоу.
helping himself. Боже мой. Ну, он как раз женатый, знаете. Nibala for Tuba. Lornish, Kirashi, Ki Luk. Kisifa. Mikatsu. Sit up. Ah, Chala. Oh. Клейтон, ну-ка, 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 с тобой сразу поговорить. Все, хватит. Что? Да все, хватит болтать детей, пока он не ушел, да, с таким мото. Или как? Игла. Красавчик какой-то, а? Ну-ка, болтать. Килабака. Клейтон. Познакомиться. Наш, Гуживо, Донга, Мацасо. Пройти по карьере и, конечно же, давать им значим, заигрывать. Хвалить характер, хвалить внешний вид, в общем, давайте быстрее. И давайте я все это сделаю на ускорении, вы у меня не любите ждать, да, уже много, я и сама не люблю это все делать, ждать и так далее. Лучше давайте на ускорении, я все сделаю. Времени терять нам не надо. Да что сегодня нам не везет? Вот скажите мне, уходит. Уходит. О, ты нашла еще одного, да? Ну, тоже шо. Ой, как много народу здесь, смотрите-ка, ужас. Ну-ка, кто тут у нас еще есть? Смотрите-ка. Бью какой-то. Он оставил здесь, кажется, свою кошку и ушла. Ну, молодец он, конечно же. Здравствуйте. Парень, ты совсем что ли, а? Это же Стайлз. Это же Стайлз. Это же Стайлз. А ну Стайлз. Что вы тут вообще? Куда вы ходите, уходите, уходите, уходите? Что же с вами так поделать мне, а? Ладно, давайте уже мы заберем кого-то. Ну, вот, Кристофер Стил. Ну-ка. Сейчас мы будем... с ним завести отношения, а вы подождите. То есть не подождите, а меня ускоряют. Так, ребятки, все, я все сделала. Главное, нужно было пригласить его на свидание, и у нас все получается. Нам всего лишь нужно теперь, ой, нужно идти с пары вот сюда, вот, домой. Где эта няня грёбаная? Ой, куда я нажала? Где эта чертова няня? Это она? Только не говорите, что она только что пришла, или... Не знаю, идти сюда парой давайте. О, ты вообще, ты смотришь за ними, меня не понимаю, они же вообще плачут. Оставила нам его, ушла. Замечательно. Yeah.
Отлично! А я никогда... Master, drazil. Ой, это он, да? Спасибо. Хорошо. Josh, Gimel Josh, you and Dad, you and Dad. Heroes. Gimada. Istima. Hanufi. Gilakala. Pilar, Mikfa, Yusubi, Fruchki, Mikasigi, Yo, Yasumima, Hufi, Kaliki, Asin, Vidor, Nardu Blessia, Nufa, Babu, Makuniash, Ibi, Jugsipto, Megredidibon, Ibi Dwip, Giblarko, Ibi Rex, Yadrella, Yipso! Boy! Webza! Garam! Askuma! Gavis! Oh! Crash to laugh! Mika! Ну же! Блин, он уходит, да? Отлично, никто не плачет. Теперь у нас тишина. О, нет. Ребятки, встали. Они сами не вырастят? Я должен жить подходящий момент. Или можно купить торт, кстати. Но не стоит. Corfi, down, down. Ну что же, опять же, перематываем. А вы
panda. Mira, Nubu. Abish leg. Zuba, 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 zuba. Не знаю, в чем проблема, но она не хочет нас рисовать. Все слишком ужасно. Ой. Вот как-то, Кристофер. Ладно, тогда Лейтона давайте позовем. Лейтона. Наверное, на работе. Так, а тебя можем позвать? Тоже. А тебя? Да вы вообще что ли, я не понимаю. Как таракашки, блин, туда-сюда бегают. Блин. Ждем тогда. Истина. Наконец-то! Ой, наконец-то! Stow! Mini Potard! Stoom! Нет, уже идти. Me! See Blep! Нам нужно, ребятки, сделать что-то еще, а? Все, Элли, у Элли нету теперь. А нет, пусть это здесь стоит. Вот, теперь ей нужна кровать. Конечно, покупаем самую обычную. For example, gel, club gel, beans pondo move for. Неужто, ма? А?
Ну ладно, кажется, нет. Не получится у нас с ним пока что. Ладно, иди спать. Боже. Ой, ребятки, кажется, у нас снова же ничего не вышло в этой серии. Ну ладно. Ну, пока что у нас кое-какие романтические отношения завелись с кем-то, но не совсем романтичные, наверное. Но он, кажется, в нас влюбился. Но он не хочет к нам просто прийти в наш дом. Я не знаю, в общем-то, в следующей серии мы что-то сделаем. Ну что ж, всем спасибо за просмотр и всем пока-пока.